Мемориальный комплекс строителям безмолвных рубежей планируют создать к концу октября. Его установят в Козловском районе на повороте с федеральной трассы М7 на село Байгулово. При создании памятника будет использован опыт строительства Ржевского мемориала советскому солдату. Для межведомственного взаимодействия и координации работ по строительству разработана дорожная карта. Напомним, что конкурс носил статус всероссийского. В нем участвовали художники из Республики Чувашия, Оренбурга, Брянска, Москвы и Московской области. Большинством голосов победителем признан проект архитектора Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова.